Здравствуйте, это программа «Коммунальный патруль», меня зовут Кирилл Полит. Здравствуйте, это программа «Коммунальный патруль», меня зовут Кирилл Политов. В еженедельном режиме мы продолжаем рассказывать о самых заметных бытовых происшествиях, смотрим новую серию. Для начала коротко о том, что вас ждет в ближайшие 5 минут. Это провал. Почему одна из многоэтажек Барнаула уходит под землю? Сигнал СОС в ответ никакого насоса. Как часть Рубцовска погрузилась под воду? Несуразная зебра. Почему черно-белая легла не по правилам? Когда работа дорожных служб скорее в минус, чем в плюс. На одной из улиц Барнаула появился не совсем обычный пешеходный переход. Точнее, совсем необычный. Очень даже необычный. Вообще необычный. Эти снимки буквально взорвали глобальную сеть. На кадрах один из оживленных перекрестков. Казалось бы, таких в городе тысячи. Вот только есть здесь одно существенное «но». Обратите внимание на зебру. Полосатая упирается прямо в забор. В итоге перейти дорогу в этом месте просто невозможно. Пользователи сразу же назвали переход тупиковым. Если бы разметку нарисовали немного левее, неловкой ситуации удалось бы избежать, возмущаются горожане. Сразу после того, как эта история стала интернет-хитом, дорожники вновь взялись за кисточки и краски. Вот так теперь выглядит место промаха. Из изменений исчезла часть забора, появилась новая разметка, старая теперь закрашена. Удивительно, как мастера умудрились так промазать. Конечно, лучше стало. Даже знаки все перенесли. Стало удобно видно со всех сторон. Рубцовск по-прежнему уходит под воду. Часть домов, а заодно и приусадебных участков в одном из районов города уже который год затоплены. Жители устали ждать реальных действий от властей. Требование одно – решить проблему. Чиновники, в свою очередь, в итоге запаслись сапогами вместе со спасателями, отправились к терпящим бедствия. Разве что лодки не захватили с собой. Картина, конечно, устрашающая. Начало лета, а в огородах и погребах жителей поселка стоит вода, которая, кажется, и уходить не собирается. Такое ощущение, что дома построены на болоте, со всеми характерными признаками данного участка ландшафта – зловонием и тиной. На небольших участках суши земля противно чавкает под ногами. Разумеется, ни о каких садово-огородных работах и речи нет. Огорода не осталось. Я говорю, мы живем на земле, мы, естественно, воспользоваться ей не можем. Уже какой год? Мы не садим огород, вы сами видите. У нас все сажают. Пришли в упадок. Опасная зона, именно так говорят барнаульцы, о территории вокруг одного из домов краевой столицы. Там произошли очередные провалы, уже неизвестно какие по счету. Здесь земля уходит из-под ног, причем в буквальном смысле слова. Очевидцы говорят, хватило нескольких минут, чтобы в асфальте образовалась дыра. Заложником провала, уверяют очевидцы, тут же стала автолюбительница. Вытолкали. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Движение на этом участке ограничивать не стали, лишь отметили местоположение досками и кирпичами. Буквально за углом еще один провал. Тут уже рискуют попасть ему не водители, а дети, которые играют на детской площадке. Опасно, говорят родители. Локация двор дома с номером 254 по улице Антона Петрова. Обращает на себя внимание в этой истории то, что многоэтажка построена всего 3 года назад. Двор в итоге оказался с браком. Бывает всякое. Грунтовые воды, то есть там все эти коммуникации проложили где-то. Ну, такое часто бывает. Все решается, я думаю. В такой ситуации первым делом стоит найти тех, кто изначально укладывал полотно. Скорее всего, это будет сам застройщик, объясняет наш эксперт, юрист Дмитрий Лебедь. В данной ситуации, если собственники обнаружат, что вокруг именно водосточных каких-то труб или же канализационных люков обваливается асфальт, то необходимо обратиться все-таки в администрацию города или в администрацию района с целью именно нахождения лица, которое осуществляло, возможно, ремонт вокруг данного люка, или же необходимо найти подрядную организацию, то есть застройщика, который изначально асфальтировал данную дорогу и, видимо, ее как-то некачественно сделал, и к нему уже необходимо будет предъявлять требования по исправлению допущенных недостатков. Именно после обнаружения фактического лица, которое осуществляло ремонт или асфальтирование дороги вокруг данного люка, то именно данное лицо должно будет осуществить ремонт. За последнее время подобных провалов в Барнауле уже и не сосчитать. Все новые и новые воронки словно норма. Горожане на этот счет придумали не меньшее количество шуток. Что-то вроде «Барнаул погружается в ад». А объяснить такую частоту провалов, похоже, не могут даже специалисты. На этом у нас все. Напоминаю, телефон нашей редакции в Барнауле прежний, 722-301. Это на случай, если вам удалось снять на мобильный телефон факт бездействия коммунальных служб или у вас есть история для новой серии нашей программы. До новых встреч. Пока. Обслуживание систем вентиляции, очистка дымоходов, печей и каминов, санитарная обработка мусоропроводов. Поддерживать гигиену в жилых домах с компанией «Эко-Сибирь» просто и выгодно.